Здравствуйте, меня зовут Дерек Уокер, я пастор Библейской Церкви Оксфорда. И сегодня я хотел бы поделиться посланием на основании одной из величайших историй в Библии. А называется оно «Марш Вера». Речь пойдет о четырех весьма необычных героях веры, которые описаны в шестой и седьмой главах четвертой книги царств. История произошла во время Елисея, великого пророка Господня. В то время врагом Израиля была Сирия, но у них ничего не получалось, потому что Елисей в духе знал все их планы заранее. Поэтому Израиль всегда был готов к их атакам. Сирийский царь решил, что в их лагере завелся шпион, но ему рассказали о Елисее. Поэтому он отправляет армию, чтобы схватить Елисея. И мы читаем, «И послал туда коней, колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город». «Поутру служитель Человека Божия встал и вышел». И вот войско вокруг города, кони и колесницы, и сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он, «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Одна из главных характеристик веры это то, что вера видит. Она видит невидимое, то, что Бог с нами, и его армия тоже. Армия Божия сыграет очень важную роль в этой истории. Итак, в духе была огромная армия ангелов, которая защищала Елисея и весь Израиль если бы они выбрали следовать за Господом. В этом случае Елисей попросил Бога ослепить армию сирийцев, а затем он привел их прямо в руки израильской армии. Их обезоружили, накормили ужином и отправили домой. Итак, вера видит, что армия Господня с нами, и это удаляет наш страх. «Не бойся, ибо я с тобою», — говорит Господь. Бог с нами. Он готов воевать за нас, если мы доверяем Ему. Далее мы увидим эту армию в действии и узнаем, что именно активирует ее. Итак, из-за своих грехов израильтяне оказались в сирийской осаде, и в городе начался великий голод. Несмотря на присутствие Елисея, грех евреев привел к осаде, а затем к голоду. В книге Левит и Второзаконии Бог предупреждал, что за грехи их будут ожидать проклятия. Четвертая книга царств, шестая глава, двадцать четвертый стих. «После того собрал Винодат, царь сирийский, все войско свое, и выступил и осадил Самарию. И был большой голод в Самарии, когда они осадили ее, так что ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра, и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. Вот каким серьезным был голод, нужно было выложить кучу денег за порцию голубиного помета. Все это случилось из-за греха. Когда мы отходим от Бога, мы тоже входим в духовный голод. Тогда Слово Божие мало что значит для нас, и мы страдаем, но это не Божья вина. Давайте поговорим о Царе. Царем тогда был Иерахам, сына Хава. Он был не так ужасен, как его отец, но он не был хорошим. Нам сказано, что Он творил зло в глазах Господа, но даже в нем мы увидим что-то хорошее. Он был шокирован теми лишениями, к которым привел голод. Прошу прощения, но дальше будет отвратительно. 26 стих. «Однажды царь Израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему, «Помоги, господин мой царь!» И сказал он, «Если не поможет тебе Господь, из чего я помогу тебе?» Это говорит о том, что во время кризиса он обращался к Господу. Позже мы узнаем, что он просил Бога об избавлении. Сгумнали, сточила ли. Иными словами, мне нечего дать себе. И сказал ей царь, что тебе? И сказала она, эта женщина говорила мне, отдай своего сына, съедим его сегодня, а сына моего съедим завтра и сварили мы моего сына, и съели его. Но расстроило ее совсем не это. Я сказала ей на другой день, отдай же твоего сына, и съедим его. Но она спрятала своего сына. Она расстроена тем, что другая женщина не убила своего сына. Вот насколько все было плохо. Это было слишком даже для царя. Царь, выслушав слова женщины, разодрал одежды свои, и проходил он по стене, и народ видел, что вретище на самом теле его. Здесь сказано, что он был одет во вретище, что очень неудобно. Это был символ смирения перед Богом, покаяния и сожаления о грехе. Таким образом, царь признал, что он согрешил, его народ согрешил, и поэтому к ним пришел этот голод. Это было выражением его покаяния и просьбы к Богу. Должно быть, Елисей сказал ему, «Вы оказались в такой ситуации из-за своих грехов. Покайтесь, и Бог избавит вас». А вот что царь пытался сделать. Он немного повернулся к Богу. Но в этом случае он не просто кается, а он зол. Он зол на Бога, а особенно на Елисея, Божьего пророка. И сказал, «Пусть то и то сделает мне Бог, и еще более сделает, если останется голова Елисея, сына Сафатова, на нем сегодня. Царь зол на Елисея, потому что Елисей обещал, что Бог избавит их, если они покаются. И вот царь пытается каяться и говорит о покаянии народу, но избавления нет, и он зол. Люди часто злятся на Бога, когда все получается не так, как им хотелось бы. И это признак поверхностной веры. Затем речь идет о Елисее. У царя приступ ярости, он посылает отряд убийц, чтобы убить Елисея. 32 стих. Елисея же сидел в своем доме, и старцы сидели у него. И послал царь человека от себя, чтобы убить его. Прежде, нежели пришел посланный к нему, он сказал а видите ли, что этот сын убийцы, то есть царя Ахава, послал снять с меня голову. Это было сверхъестественное слово знания. А далее идет слово мудрости. Смотрите, когда придет посланный, затворите дверь и прижмите его дверью. А вот и топот ног господина его за ним. Елисей также сверхъестественно понял, что царь вдруг передумал. Он понял, насколько это глупо — убивать пророка, и теперь он бежит за своим посланным, чтобы остановить его. Елисей понимает, если не открывать дверь, то это даст им немного времени и предотвратит убийство. Еще говорил он с ними, и вот посланный приходит к нему и сказал, «Это уже царь прибыл и сказал, вот какое бедствие от Господа. Царь отменяет убийство и признает, что все это случилось из-за их греха. Чего мне впредь ждать от Господа?» Это указывает на проблески веры. То есть он обращается к Богу за избавлением. Он понимает, что в этом бедствии их вина, но он также расстроен, что Бог отвечает не так быстро. Он говорит, «Сколько еще нам ждать избавления от Господа?» А в начале седьмой главы мы видим поразительное обещание об избавлении. Удивительно, что хотя покаяние царя не было полным, Бог готов взять любое наше покаяние, чтобы начать работу в нашей жизни, ведь Он милостивый. Итак, на основании этого покаяния Елисей выдает следующее пророчество, и сказал Елисей, Вы Слово Господне. Так говорит Господь. Завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. Иными словами, через сутки будет изобилие продуктов. Такой была реакция Бога на то посредственное покаяние. Бог обещает свободу, избавление и обеспечение. И все это придет очень скоро. Бог обещает сломить силу врага. Время вашего плена и осады подошло к концу. Бог дал им слово, и на примере этой ситуации мы увидим, как Бог работает. Вначале Бог дает слово, обещание об избавлении и прощении. Это как Евангелие, где Бог говорит, я сломил силу врага и простил твой грех на кресте, я сделал все для тебя, и теперь ты можешь быть свободным от своего греха и страха, потому что я искупил тебя. Это было Слово от Господа, но чтобы оно исполнилось, вам нужно поверить в Него и действовать на Его основании. Слово должно было дать им надежду, чтобы они могли подняться и предпринять правильные шаги. Бог говорит нам, ⁇ Я сделал это для вас, ⁇ Я воскрес ради вас ⁇,⁇ Я освободил вас ⁇ и теперь вы можете идти в новую жизнь благословения. Но, к сожалению, там был неверующий, он не мог этого принять. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался, то есть правая рука царя, человеку Божию и сказал, «А если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» Иными словами, это какая-то глупость. И сказал тот, то есть Елисей, «Вот, увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь. В конце главы мы увидим, что произошло, но если коротко, то этого сановника убили, и он не успел насладиться Божьим обеспечением. Поскольку он не поверил Слову от Бога, оно не исполнилось в его жизни. Вот что происходит, когда мы отвергаем Слово Божие. Можно подумать, что это все, Бог пообещал и исполнил, но эта история растянулась на всю седьмую главу, потому что всегда есть божья и человеческая сторона. Да, Бог пообещал, и Он все сделает, чтобы исполнить это обещание, но ему нужна ответная реакция человека. В этой истории были четыре человека, которые отреагировали на Бога. Бог использовал веру этих четырех людей чтобы привести чудо в исполнение. Это мы вскоре и увидим. Итак, Богу важна наша ответная реакция. Она начинается с нашего доверия, Слову и позволения Ему изменить наше мышление, а затем и наше действие. Посмотрим. Что же было дальше? Когда Елисей давал какое-то пророчество, то поскольку он был известным человеком Божьим, его слова сразу же разлетались по городу и были у всех на устах. Многие смеялись, многие чувствовали безнадегу, но были и те, у кого появилась надежда от пророчества. Однако они были слишком напуганы, чтобы что-то делать. Бог пообещал им, «Я даю вам победу. Я с вами. Я избавлю вас». Но они ничего не предприняли. Далее. История переключается на весьма неожиданных персонажей, которые тоже услышали пророчество и решили действовать. И Бог использовал их, чтобы принести избавление. Эта история очень важна для результата. А вот почему она находится здесь. Это не просто интересная история. Реакция тех людей на слова Бога стала ключом к избавлению страны. Это показывает, что Бог работает через нашу веру. Богу нужно найти людей, которые поверят Его Слову и начнут действовать, чтобы оно исполнилось. Если читать поверхностно, то можно подумать, что это всего лишь история о том, как четверо прокаженных узнали, что враг бежал. Но история куда глубже. Эти люди были очень важны для избавления. Давайте посмотрим на этих прокаженных. В Библии сказано, четыре человека прокаженных находились при входе в ворота и говорили один друг другу, что нам сидеть здесь, ожидая смерти. Прокаженных не пускали в город, и они надеялись на доброту людей, которые бросали им еду. Они были весьма пассивными, но за... Затем они услышали Слово от Бога, и в их сердце что-то поднялось. Они решили перестать быть пассивными. У них вдруг появилась смелость и желание действовать. Вот как работает Слово Божие. Эти люди стали ключом к изменению ситуации. Вот почему прожекторы повернуты на них. Когда мы слышим Слово Божие, самая большая опасность для нас это пассивность, то есть бездействие. Нам нужно быть старательными и действовать на основании слова. Эти люди начали разговаривать и думать, и пришли к выводу, что ничего не делать — не вариант. Они оставили свою пассивность и совершили марш веры. Они сделали то, что могли, хоть как-то отреагировали на слово. И когда они начали свой марш веры, армия Божьих ангелов маршировала вместе с ними. В результате враг в ужасе бежал, Итак, Бог говорит к вам, но Библия говорит, что вера без дел мертва. А также будьте исполнителями слова, а не только слушателями. Когда они добавили к своей вере действия, высвободилась сила Божия. Ленивые и пассивные христиане не могут быть благословенными. Мы должны верить, что Слово Божие — это правда. А потом действовать так, будто бы это правда. Если ваша вера не побуждает вас к действиям, то как она может изменить ваши обстоятельства? Вы уже видели, как армия Божья окружала верующих, а сейчас мы увидим эту армию в действии вы увидите, что именно вера в действие тех людей активировала армию Божью. И так все началось с веры в их сердцах. Они сказали, «Зачем нам сидеть здесь, пока мы не умрем?» То есть в их сердце что-то начало происходить, и пассивность куда-то делась. «Зачем нам просто оставаться здесь и ничего не делать?» «Зачем нам сидеть в депрессии или сомнениях, в страхе и волнениях?» под давлением врага и на задворках жизни. С таких вопросов начинается свобода, и они отреагировали и начали действовать. А мы с вами будем бояться будущего, бояться жить, относиться к поражению как к норме жизни? или мы все поднимемся, встанем со скамьи запасных и вернемся в игру. Казалось, что у прокаженных не было никакой власти и влияния, но когда к ним пришло Слово Божие, они начали ободрять друг друга. Они понимали, что им нужно действовать, но сперва им нужно было победить негативные мысли, и они делают это, обсуждая это между собой. Они разговаривают сами собой. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем. Иногда то же самое нам нужно говорить себе, когда Бог говорит нам делать что-то, но это кажется очень рискованным. Нужно сказать себе, а что я теряю? Ничего не делать, это тоже провал. Давай, не будем апатичными. Лучше потерпеть неудачу, действуя, чем бездействуя. Давайте не будем слабаками. Давайте рисковать, поступать по слову и доверять Богу, даже если это невозможно. Мы не знаем, что и как будет, но Бог с нами, и Он во всем разберется. Нам нужно победить наши негативные мысли и пассивность и сказать себе, а что я теряю? Зачем сидеть здесь и ждать смерти? Если я не сделаю ничего, ничего и не будет сделано, и моя жизнь не будет такой, как должна быть. То есть нам нужно подняться и действовать. И встали в сумерки. Запомните это время, чтобы пойти в стан сирийский. И пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Они вышли в сумерки, когда начинало темнеть, с естественной точки зрения это не лучшее время. Они могли бы подождать до утра. Человеческие доводы всегда говорят, ⁇ Я не буду действовать сейчас, подождем более удобного времени. Прокрастинация, но их сердца уже горели. Когда ваше сердце горит, действуйте, не откладывайте на потом, поднимайтесь во имя Господа и совершите свой марш веры. Скажите, я выйду из этой тюрьмы прямо сейчас во имя Иисуса. Далее мы увидим, что их ждала Великая Победа. Они начали свой марш веры. Это было нелегко. Наверное, им пришлось помогать друг другу. Они были прокаженными, а значит, больными. Они были больными и голодными, но это была Божья армия. Выглядели они не очень, но маршировали в вере. Они были одни, они хромали. Вот какие израильтяне вышли против сирийцев. Но мы увидим, что они были сильны в Боге. Из 6 стиха мы узнаем, почему враги убежали. Господь сделал то, что стану сирийскому послушался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. Это была армия ангелов Божьих. То есть сирийцы разбежались, потому что услышали, что на них надвигается огромная армия. И сказали они друг другу: Верно нанял против нас царь Израильский, царей Хитейских и египетских, чтобы пойти на нас, и встали и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан, как он был, и побежали, спасая себя. Когда прокаженные начали свой марш веры по направлению к сирийцам, это было в сумерках. А когда сирийцы убежали, услышав, что к ним идет армия Божья, тоже во время сумерек, то есть в тот самый момент. Когда маршировали прокаженные, вместе с ними маршировали ангелы из армии Божьей. Это не совпадение. Когда прокаженные поступили на основании Слова Божьего, тогда и была высвобождена сила Божия. Бог маршировал вместе с ними, и победа была гарантирована. Если бы они не действовали, то и Божья армия не могла бы действовать. Также, когда вы поднимаетесь и совершаете свой марш, вера поступая по Слову Божьему, то вы маршируете не одни. Вместе с вами марширует Бог и его армия, и враг убежит от вас. Слава Богу. И то, что казалось невозможным, вдруг станет возможным. Только когда они действовали в вере, небеса маршировали вместе с ними. Поэтому они так важны для этой истории. Именно их вера активировала армию Божью и принесла великую победу. Большая часть Израиля была пассивной. Они ждали, пока Бог что-то сделает. Но эти герои веры действовали, и Бог использовал их, чтобы принести победу. Чтобы Слово Божье исполнилось в нашей жизни, нам нужно совершить свой марш веры и сделать то, что говорит нам Бог. Нам нужно оставить свою пассивность и выступить в марше веры. «Эти люди – вдохновение для нас с вами, и они первыми наслаждались благословениями». «И пришли те, прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, спрятали, пошли еще в другой шатер». И там взяли и пошли и спрятали. Весьма справедливо. Они рискнули, они действовали на основании Слова Божьего, и Бог дал им первые плоды той победы. Но затем они поняли, что им нужно рассказать другим об этом и сказали друг другу, «Не так мы делаем. День сей, день радостной вести». Это как Евангелие. Они отреагировали на Слово Божие и вышли из царства тьмы во все возможные благословения. Но затем они осознали, что такой радостной вестью следует поделиться и с другими, и мы тоже должны делиться с другими радостной вестью о Христе и Его благословениях. День сей, день радостной вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский». И пришли, и позвали привратников городских, и рассказали им, а потом и царю. «Итак, если вы одержали какую-то победу, расскажите о ней другим, не держите ее в секрете, и тогда Бог благословит вас вдвойне». Реакция царя была разочаровывающей. Он не поверил и решил, что это ловушка от врага. Но ему стоило бы вспомнить слова Елисея и радоваться тому, что пришло чудо от Бога. Однако здесь мы видим всю его поверхностность. Одному из слуг царя хватило здравого смысла посоветовать царю отправить несколько солдат и убедиться, ловушка это или нет. Затем сказано, и вышел народ, и разграбил стан сирийский, и была мера муки лучшей по сиклю, и две меры ячменя по по слову Господню. И тогда все верующие вошли в свои благословения. А затем мы читаем, что неповеривший сановник был поставлен у ворот, и толпа, которая неслась из ворот города, затоптала его, и он умер, как и предсказывал Елисей. Так сбылось пророчество. В Библии множество подобных маршей веры людей, которые приняли Слово Божие и выступили вперед. Они не всегда знали, куда именно они идут. Они рисковали, но знали, что с ними Бог. Авраам маршировал из Ура в землю обетованную, не зная, куда он идет. Как насчет выхода израильтян из Египта в землю обетованную или марш Иисуса Навина? Он также шел в землю обетованную. С обычной стороны это был риск, но они знали, что Бог был с ними. Как насчет Давида, который выступил навстречу Голиафу, как насчет Иосафата и его музыкального ансамбля, они маршировали в послушании навстречу сильной армии врага. А как насчет того случая, когда Петр шел к Иисусу по воде? Когда верующие выступают в марше веры, действуют на основании Слова Божьего, тогда Бог и Его армия идут вместе с ними к победе. А вы готовы выступить в своем марше веры? Слава Богу за Иисуса! который провел свой марш веры в послушании до самого креста. Бог был с ним, и он воскрес из мертвых как победитель. А вы готовы выступить в своем марше веры? Не будьте пассивными, поднимайтесь и идите вперед, делайте то, что говорит вам Бог, и тогда Бог и его армия будут с вами. Если Бог за вас, кто может быть против, враг убежит от вас. Мы должны выступить в марше веры. Зачем сидеть пассивно и ничего при этом не делать? Пока наша жизнь не сойдет на нет, о нет, не будьте тряпкой, поднимайтесь, будьте смелыми и совершите свой марш веры к победе.